Добрый день, меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети туристических агентств Викинг Туристик. Мы с вами находимся в поселке Акуджала. Сейчас мы будем инспектировать с вами отель Резидия Ресорт Отель. Подписывайтесь на мой канал, если хотите быть в курсе последних новостей. Здесь на входе сразу же вас встречают печенье, соки. Это гастролейш, зовут ее Елена. То это 3 евро в сутки стоит. Быстрый. $11.25, Junior Suite. Зеркаль. У нас здесь одна большая кровать, одна маленькая, тахта. Здесь у нас паркет и плитка, плазменный телевизор. Ванная комната. Фен. Здесь у нас ванна, душ. Балкон небольшой, с видом на территорию. И видите, есть у них водные горки, амфитеатр, большой бассейн. Рядом находится соседний отель. Это тоже их отель. Им можно пользоваться, за исключением главных ресторанов. И, как пошутил отельный гид, ночевать в своем отеле надо. 11.34 стандарт. Это стандарт, мы видим здесь две кровати, одна большая, одна маленькая. Точно так же покрытие здесь, ламинат и плитка, кондиционер центральный, плазменный телевизор. Он меньше размером, чем предыдущий тип номера, что и не мудрено. Давайте посмотрим, что у нас тут на балконе. Если мы выйдем. Здесь такой же небольшой балкон, как сосед. Как в предыдущем типе номера, вид у нас на море, на территорию отеля. Территория большая, зеленая, красивая. Здесь, видите, у нас душ. Фен, косметика. Душевая кабинка. Есть пледы, дополнительная подушка, сейф. 11.35, Family. Ванная комната, душ. Состоит из двух комнат. Комнаты закрываются дверью. Две кровати. Одна большая, одна маленькая. Балкон. Плазменный телевизор. Это вторая комната, которая закрывается дверью. Здесь у нас две кровати тоже. Вот одна. Небольшой плазменный телевизор. Покрытие здесь ламинат. Второй телевизор. Ой, вторая кровать, извините. Кондиционер. Балкона здесь нету. Такие небольшие окна. Смотрите, такие. Ой. В виде иллюминатора. Балкон здесь такой же, небольшой. Вот
так украшают номера для молодоженов. Мы с вами едем в главный ресторан. Он находится на -3 этаже. Вот мы с вами на территории. Территория красивая, зеленая. Большие бассейны. Ресторан возле бассейна, можно покушать. На пляж. Детская площадка закрыта от солнечных лучей. Бар зеленый, колоритный. Здесь можно прямо на полу полежать, на подушках. Мне нравится. Добрались до пляжа. Большой, песчаный. С одной стороны бухта, закрыта полуостровом. Там находится парк, можно туда сходить. Хороший пляж. Вот такой зернистый здесь песок. Красиво? Да. Давайте подведем итоги по отелю Лядикия Кирман. Находится он в Алании. Мы обедали в нем. Обед, в принципе, мне понравился. Моим коллегам кому-то нет, кому-то да. Было не очень много, но все очень вкусное. Можно пользоваться территорией Ариканды отеля. Он рядом находится. Только нельзя пользоваться главными ресторанами и барами. Территория хорошая, зеленая, большая. Очень крутая бухта, пляж широкий. У них есть несколько типов номеров. Это Junior Suite 2+2. У него есть балкон, две кровати. Стандарт 2+1 размещение максимальное. Family двухкомнатный с дверью, максимум 4+2. Номера хорошие. Анимация здесь активная. Дискотека, напитки включены до 2 часов ночи. С 11 до 12 можно покушать мороженое бесплатно. У них есть 3 а-ля-карт ресторана. Турецкий, азиатский, рыбный. Один ресторан, один раз за отдых можно посетить. Бар на пляже с 10 до 16.00 работает. Вам был полезен данный материал? Подписывайтесь на мой канал. С вами был Лысенок Евгений. Пишите комментарии, ставьте лайки.